Дмитрий Иванович, понятно, что сегодня вы очень довольны результатом. А что скажете об игре? Ну, мы ожидали, что будет сложный матч. Мы готовились к этой игре, просматривали соперника и увидели, что это очень хорошая команда. Они играют 3-4-3, но играют не как обычно, играют несколько по-другому, есть детали. И мы долго думали, как мы будем противодействовать этому. Увидели, что в предыдущих двух матчах команда соперника дважды выиграла и доставила много проблем своим оппонентам. И мы ждали эту игру так с волнением с определенным, плюс это первый домашний матч. Поэтому я думаю, что все это в совокупности привело к тому, что, конечно же, у нас не все получалось. Я думаю, что ребята и волновались, и пришли болельщики, и это первая игра, и мы вышли на натуральное поле. В общем-то, много факторов, которые несколько волнительны были для игроков. В первом тайме была абсолютно, я думаю, что равная игра. Было мало пространства, и мы, в общем-то, достаточно мало создали моментов. Второй тайм мы ожидали, что соперник будет двигаться менее интенсивно. Мы продолжили двигаться, у нас появились моменты, появилось пространство. И, в общем-то, мы им воспользовались, забив два мяча, и рады тому, что удалось сегодня выиграть. Приходилось ли после двух подряд побед как-то опускать ребят с небес на землю? Нет, сейчас такой ситуации нет у нас. Они все прекрасно понимают. И в первом и во втором матче мы указывали на те моменты, даже мы их выигрывали, но у нас было достаточно эпизодов, которые нужно улучшать. И мы показывали это игрокам, и они прекрасно осознают и ходят по земле, скажем так. И на данный момент не приходится об этом говорить. Надеюсь, что в дальнейшем тоже мы к этому не будем возвращаться. Кого-то можете выделить по сегодняшнему матчу? Или это командная победа, что была в гостях, что сегодня? Победа командная, конечно же. Я сегодня обычно, да, как-то не хочется выделять кого-то отдельно. Все-таки все работали сегодня, в том числе те, кто вышел, плюс игроки, появившиеся со скамейки. Но я бы отметил Артема Скопинцева, парень наш, воспитанник из академии, только-только зашел в нашу команду, только начинает играть на футбол на профессиональном уровне. Я думаю, что сегодня 90 минут для него были впервые вообще в его начинающейся карьере. Мы очень довольны тем, как он развивается. Надеемся, что мы сможем дать ему необходимый толчок для того, чтобы подготовить его к главной команде. Дмитрий Иванович, на некоторых позициях у нас есть выбор между футболистами, которые проводят уже второй сезон на профессиональном уровне, и свежими, скажем так, выпускниками академии. И пока на этих позициях выпускники академии выигрывают конкуренцию, играют. Можно ли сказать, что это в определенной степени комплимент тренерам академии? Конечно, я говорил уже об этом. Я думаю, что и четвертый год, и в особенности, наверное, пятый год там ожидает нас, на мой взгляд, еще интереснее ребята. И, конечно, мы говорим комплименты в адрес тренеров академии. Главное, что стоит отметить, от этих ребят у них огромное желание развиваться. Они не щадят себя ни в тренировочной работе, ни в играх. И я думаю, что ментально они правильно воспитаны. Это им позволит дальше двигаться в профессиональном футболе.